Этот камин является эффективным источником тепла и создан для того, чтобы дарить вам тепло и уют. Позже у вас будет возможность выбрать подходящую модель и ознакомиться с особенностями розжига. Сначала же мы хотели бы рассказать вам об основных принципах топки камина. Это займет около 2 минут. Камин с печной трубой представляет собой систему из взаимозависимых компонентов. Самым важным компонентом является печная труба, поскольку она начинает работать как двигатель, когда вы разводите огонь. Для того, чтобы труба заработала правильно, необходимо ее разогреть и создать в ней достаточно тяги, чтобы поддерживать огонь в камине. В разных трубах тяга появляется по-разному. Стальная труба, например, разогревается быстрее, чем труба, выложенная из камня. Если печная труба разогрета недостаточно, разведенный огонь может опасть или потухнуть, а стеклянные поверхности покроются сажей. Именно поэтому важно уделить должное внимание разогреву печной трубы при разведении огня в камине, что может занять достаточное количество времени в зависимости от обстоятельств. Попросите своего трубочиста проверить печную трубу и опробовать ее до того, как вы сами начнете разводить огонь. В печатной инструкции вы найдете перечень требований, которым должна соответствовать печная труба. Если огонь в камине не горит должным образом, значит труба не соответствует необходимым категориям. Еще одна важная деталь – дрова должны быть достаточно сухими. Допускается максимальная влажность дров не более 20%. Сухость дров обеспечивается правильными условиями хранения. Никогда не храните непосредственно на земле, под брезентом, пленкой. Дрова должны храниться под крышей и ничем не накрываться. Если вы покупаете дрова, то храните их затем в соответствующих условиях. Колотые дрова нужно хранить по крайней мере 1/2 года, но лучше дольше. Перед тем, как класть дрова в камин, подержите их при комнатной температуре 1 сутки. Если дрова влажные, вы заметите, что они пузырятся и трескаются при горении. Еще один признак влажности дров – копоть и черный дым. При полноценном горении в камине из трубы видно только теплый дрожащий воздух. В печатной инструкции по разведению огня вы найдете советы о том, как можно контролировать влажность дров. Теперь вы можете выбрать свою модель камина и получить точное описание, как разжечь его наилучшим образом. Удачи!